двигался по дороге, начал поворачивать во двор. В результате чего не заметил машину и совершил ТП. Что было дальше? Дальше вызвал скорую водителя пострадавшему. Почувствовал себя плохо, ушел во дворы. То есть, а потом на место ТП почему не вернулись? Потому что плохо себя чувствовал. И куда вы направились? К знакомому на дачу он меня увез. Говорит, отлежишься, завтра пойдешь с утра в ГАИ. А вы знали, что необходимо было просто сообщить о факте ДТП в дежурную часть или в полицию? Ну, я говорю, я плохо чувствовал себя, ударился головой и как-то не очень соображал. Поясните еще вопрос, почему лишенный права управления сели за руль? Кто лишен за езду в нетрезвом виде? Ну, кто право вам дал сесть опять за руль, если вы лишены? Сесть за руль лишен. Почему? Никто не давал нарушенному. Ну, хорошо, зачем вы сели? Часто вы лишены ездить? Лишенным часто ездить? Ну, не очень. Когда вас лишили? В том году.